Образовательные учреждения области получат почти 500 000 000 рублей на подготовку к учебному году. Об этом рассказали профильные чиновники. Из этой суммы на проведение капитального ремонта затратят чуть больше 200 000 000 рублей. Также несколько десятков миллионов будет выделено на создание условий для занятий физкультурой в сельской местности и на противопожарные и антитеррористические мероприятия. На приобретение оборудования направлено свыше 36 000 000 рублей. На сегодняшний день из 573 школ, в которых запланировано проведение капитального текущего ремонта, отремонтировано 392, или 70%. Освоено более 225 000 000 рублей, это что составляет 69%. Также на совещании чиновники рассказали, что у правительства области нет денег на выполнение майских указов президента. Это касается увеличения заработной платы работникам культуры. По сегодняшним данным, она достигла лишь 13 000 рублей, что составляет 60% от средней по экономике.